сотрудники скорой помощи Тилбек Урусбекович, я с радостью от имени нашей компании хочу вручить вам ключи от этого автомобиля. Правда, она не заводская, но тем не менее мы решили вам вот представить вам в ваше пользование этот автомобиль. Очень надеемся, что этот автомобиль будет служить, опять же, во благо нашего народа, города. Мы понимаем, что для миллионного города сейчас катастрофически не хватает такого рода автомобилей. Но пусть это станет первым шагом на пути к тому, чтобы мы далее там заказывали, может быть, на следующих годах уже более новые и более специализированные, уже более оснащенные автомобили. Пусть это будет первым автомобилем, первой машиной вот на пути к этому. Мы знаем и ценим ваш труд, который в такие тяжелые времена вы, несмотря ни на что, оказываете нашим горожанам огромную услугу и спасаете жизнь наших людей. Поэтому попросите, позвольте вас поздравить и поручить вам. Ушел Унгай Суро, ну, репортаж, да, что гостят Люгандой. Бизнес машинер зескли жети, анда кинал штешти откан, бизнес кызмат кинал штешти откан көргөндөн кийин, эртеселе ушул да сырттан мен таанып чүчүмүн ага чейин жеке тааныштык жок эле Иманалиев Бейшенбек Султанович деген агайыбыз чалып Имарат строй компаниясынын директору экен, өзүн ошондой тааныштырып ушу Жаркынбек иним силердин ушу репортажды көрдүм, азаттыктын репортажын бир келип усат болсо келип бизде бир машина бар эле. Ошо бизде жөн эле турат, ушуну бир колдонгулачы, ушу элдин керегине жарасын деп айтты эле. Анан биз ошо өзүмдүн инженер менен барып көрсөк, абдан жакшынакай кадимкидей эле сонун машина экен. Эми атайын медициналык тез жардамдын машинеси эмес, ошону кийин аны эми жабдык менен толуктап алсак болот. Мына ушул кудай буюрса сиздердин репортаждын жыйынтыгы деп койсок болот. Ушул элдин карабайсыңар, ушул ушундай меценаттар көбүрөөк болсо да, ушул репортаждан өздөрү көрүп алып эле өздөрү кой жардам береличи биздин кызматка деп абдан кубанычта. Мына биздин коллектив да аябай кубанып атат. Демибизге дем кошулуп, күчүбүзгө күч кошулуп атат. Техникалык база канчалык жакшы болсо, машинелерибиз тың болсо, сөзсүз түрдө тейлөө деңгээли дагы сөзсүз түрдө жакшы болот да.